Ну, сегодня, по-моему, 1 июля. Я только проснулась, голос еще сонный. Утро жаркого дня. К сожалению, придется уезжать с дачи. Всегда очень жалко. Сегодня обещали градуса 32. Экскурсия по фазенде. У нас тут цветочки. Хоста. Многочисленная. Да, тут мама сделала композицию, которой очень гордится. Пионы цвели необыкновенно в этом году. Очень активно. Но, к сожалению, уже красота опала. Вот у нас дельфиниум голубой и белый расцветает. Пиончики более поздние. Розочка парк, еще тоже только начинается цветение. Было много яблонь, ничего, к сожалению, не осталось, все перемерзло. Вот на том, что осталось, сажаем цветочки. В горшочках вешаем. Это желтенькая горчица. Лечим землю от вредителей. Очень любят ее пчелки. Вон как жужжат. Ну, там у нас вроде как огород. На самом деле ничего почти не сажаем. Горох. Смотрим дальше. Так. Это павлиний хвост. Папоротник. Так, вид, откуда мы пришли. Жасмин очень хорошо цветет в этом году. Вот, а это... качалку. Я вчера подставку для цветов реставрировала, красила. Под столиком стоит, чтобы меньше роса на нее попадала. Такая клумбочка называется микс-бордер. Здесь разные-разные растения собраны. Был мох седум, хоста, гномик, лобелия такая сиреневая. Потом зацветает астельба, ромашечка ресничковая, еще только начинает. Колодец, водопой, как мама называет. Машинка, к сожалению, не моя, подружкина. Но она нам очень идет, нашему участку. Это розочка. Я привезла маленький черенок из Германии. Уже, получается, лет 8 назад. Очень хорошо растет. Цветет 2 раза за лето. Еще жасминчик. Тут набрали воды для полива.
мы любим, как его называют, крыжовник, но и вредители очень любят, активно поедают. Нам, наверное, мало что останется. Там тоже цветочки, но пока еще мало цветущие. Родинка. Уже старые кусты прибаливают. Так, тут у нас тоже такой комплекс. Мини-прудики. Водичка. Вот так сделано. И такой декоративный мостик. Мама сама его сконструировала. Вон они, лягушечки, свиданничают на нашем мостике. Петушок. Там дровяник, дело хозяйственное. Клематис. Еще один цветничок. Цветочки. Красненький гравилат, сиреневый лук, лизун, по-моему, называется.